студии, прошу заметить, покрашен пол лаком, видно, не видно, но идут апгрейды. Апгрейды, апгрейды. Разговоры о фарме. Дамы и господа, леди и джентльмены. В кадре муха прилетела. Видели? Вон она. Ах ты. Блин. Лампу разбил. Пиздец. Пойду за новой. Что делать? Убил муху и разбил лампу. Разговоры о фарме. Итак, после несложных манипуляций мы вернулись. Где стекло? Бля, я и так, я ее ебанул так, что она улетела. Аж вот вся сюда. А патрон там остался. Патрон я выкрутил. Вот патрон. Вот так надо убивать муху. В принципе. Ну, да. Дамы и господа, леди и джентльмены, категорически рад приветствовать вас на своем канале. Итак, что же за видео, что за фильм, что такое я снял? Сейчас вам все расскажу. А начнем мы с самого начала. Но для начала спонсором данного видео, конечно же, является мой мерч «Разговоры о фарме». Вот такие вот худи, толстовки любых размеров. XXL, если вы большой, S-очка, если вы маленький, M-очка, если средненький, R-очка, все есть, 100% хлопок, вот такие вот завязки, и, ну, вообще, кенгурушка, ребята, хорошая кенгурушка, просто сзади вот написано Xanax у меня, вот, можете написать, что хотите, спереди и сзади, или какую-то картинку. Можно не так прям написать, ну, написать, где вы сами того желаете, ну, хоть тут, хоть на пузе, хоть на жопе себе напишите, хоть на лбу. Будет меленько написано, а если хотите крупно, можете крупно написать, я буду вам вдвойне благодарен. Приобретайте мерч, всего 2000 стоит, плюс доставка в любой город по Российской Федерации и СНГ. Вы скажете, студия-то немножко изменилась, да? Ты немножко изменился. И у меня появился микрофон. Вы скажете, как я пишу звук сейчас, да? С камеры или на микрофон? А пусть это останется секретом. Вы сами заметите, изменился ли звук. Вот. Пушка. Чего долго начинать? Начинаем рассказывать. Разговоры о фарме. Меня зовут Макс Куле. Куле моя настоящая фамилия. Я родился в городе Санкт-Петербурге летом. Я рак. В июле родился себе в Петербурге от брака женщины с мужчиной, который отец мой был коренной петербуржец, а мама была из Ленинградской области. Вот. Такой городок Бокситогорск. Город Бокситогорск и Тихвин, привет! Я там у вас частенько, ну не частенько, раньше частенько бывал, сейчас не бываю. Уже почти. Петербург все-таки единственный город в России, где возможно жить. Вот, я считаю так. В Москве был, на Сапсане ездил, говно. А уж если говорить о провинциях, об сортирах, которые стоят на улице, очковые сортиры, это, ну, это вообще, надо как бы перебираться сначала в Петербург, а потом в Европу, вот. А если ты родился в Петербурге, то сразу думать надо об этом, ну, если ты как бы здравый человек, вот уж, ну, все уже уехали, мозги, ну, все же знают про утечку мозгов, мозги уже уехали, видимо, я недостаточно умный, чтобы... Потому что я пока в Петербурге. Вот. Не знаю, к счастью, может быть и к несчастью, а может быть и вот все-таки к счастью. Давайте начнем с начала. С самого начала. 14 лет.
Я маленький, 14-летний, тощий, как этот, просто как щепка. На меня ребра можно было так вот, как на стиральной доске, короче, играть. Еду с мамой в Болгарию на поезде, короче, нормально. Отдыхаем, отвисаем на море. Я тогда еще алкоголь вообще ничего не пробовал, даже 14 лет. Ну, 14 лет еду такой, ну, уже там челка у меня, все дела, короче. Уже началось, 2007 год пошел как раз. Вот. И приехали в Болгарию и пошли гулять по такому городу. То есть была экскурсия в маленький старый городок. Вот. А я приехал, вообще чувствую себя очень хорошо, знаете, ну, в 14 лет ты чувствуешь себя, ну, вот, не как в 26. Ты чувствуешь себя отлично. Вот. И мы шли, гуляли. Было все хорошо, солнце светило, был хороший день. И я сел, купил колу. И выпил, ну, чуть-чуть, ну, колы. Отпил, и мы сидим, и я чувствую, хоп, что-то меня повело назад, думаю, ну, показалось, наверное, думаю, что-то, думаю, наверное, ну, случайно, повело. Но это был первый звоночек. Задние ряды уже догадались, наверное, о чем я говорю, сейчас первый звоночек был. Потом идем мы по улице, и все, случилась она, первая паническая атака. Первая паническая атака, и, наверное, самая страшная моя паническая атака. Я сейчас уже смеюсь, я не знаю, смех это нервный или не нервный. Я человек добрый, наверное, смех не нервный. Наверное, все-таки я уже отпустил эту историю. Вот. Просто уже рассказываю по прошествии лет. Ну вот, и случилась паническая атака. Случилось и случилось, вы скажете вы, и прошла, да? А вот нет. Никто не ожидал, что с этого момента моя жизнь как бы будет на до и после разделена до панической атаки и после панической атаки. Вот до этого момента в жизни, как мы идем, то есть все. Началась патология, тревожное расстройство, панические атаки. Официальный мой диагноз. Что тогда было, я не понимал. Я тогда не знал вообще. Я не изучал эти вопросы. Я этим не интересовался. Не изучал ничего, ну, по этой теме. Как бы, ну, что, парню в 14 лет, это вообще не интересно. Ни медицина, ничего. И тогда, как бы, я не понимал. Мы бегали, просто обошли, приехали в Питер. Я пролежал остальную часть недели. Мы туда на 2 недели ехали. На первую я клёво купался, на вторую я не мог выйти из номера, потому что мне было, я не понимал, что со мной. Мне было как-то не по себе. Сейчас-то я понимаю, что нужно было тогда просто выпить таблеточку, ну не знаю, даже того же феназепама, и все, и меня бы сняло как рукой. Как рукой бы сняло. Но тогда, к сожалению, никто не... Самое главное, это болезнь, это понять... Этиологию этой болезни. Почему? Где? Из-за чего? Самую главную причину болезни найти. И человек тогда вылечится. Или не вылечится, но будет жить и с этой болезнью, и как-то гармонировать с ней. Ну, потому что болезнь есть болезнь, и хули с нее взять. Обошли мы всех врачей в Петербурге. И первый мой врач, мы думали, что это был гастрит. Гастроэнтеролог. Но это уже немножечко я расскажу вам в другую локацию, так что пройдемте-ка. Разговоры о фарме. Ну, магия монтажа, она ж такая.